Вороны-москвички. Вот у Олега поход по Санкт-Петербургу. Вот он, ну, этим лес идет. Он по Санкт-Петербургу ходит вот так. Вот такси ждет. Да, что, зачем в город? Еду не надо с собой возить. Конечно. Не споел. Сейчас это не мы дойдем. Ну вот списался я. Поход на Кавказ, в Кибирду. Вот с этим человеком, вот с Мелей, заманил меня. Идем в район этого Архыза. Давайте штраф возьмем. Давайте точно штраф возьмем. Да, 1500 рублей. Ты это как? Я возьму штраф, я поддерживаю. Мы возьмем с твоих, причем это уже три. Три, да. Вот Ирина нас поддерживает. Мы сейчас... Все, мы... Это станция... Какая, как называется? Балагоя. Балагоя, Балагоя, Балагоя. Это фортепиано? Нет, музыка. Нет. Нет. Музыка. Энергичная. Энергичная музыка. Медленная. То медленная, то аритмия. Хардбас. Так, кто у нас? Все, рыбку идет в раш. Я врубаюсь в пидгары. Ритм. А, о, счастливое число. Так, а 12-й кто? Ворох. Наконец-то она хоть пальцы себе отрубит, Юра. Так, теперь... Нормально. Мы находимся в минеральных водах. Погода отличная, солнышко уже светит. Погода 23 градуса. Представляете, как тепло? Не то, что у нас снег в Сосновом Бору. Вот. Дальше наш путь лежит в Кисловодск. Там мы пойдем в горы. Там тоже будет все хорошо, солнышко. В общем, жизнь удалась. Какая у вас палатка называется? У нас отличная палатка. Название? Фукимацуки. Фукимацуки? Понятно. А эти, по персонажам, кто у вас там живет? По персонажам у нас все хорошо. У нас живут только отважные барашки. Ладно, благодарю. Стрелки ровно на 2 часа.